что она здесь. Итак, проводим жеребьевку очень быстро и, как говорится, с места в карьер. 8 поэтов, 2 музыканта. Музыкантов просто очень много пришло, поэтому я музыкантов буду во второй части, второй десятки, ну, грубо говоря, вкраплять. Итак, под ваши аплодисменты на эту сцену идет, ну не на сцену, а к сцене идет Дин... Сейчас, нет, стоп, неправильно. Валерий Еланский! Номер... Чё ты там вытянул-то? Судя по лицу, 10, что ли? А, 1. Ну, если захочешь, поменяешься с кем-нибудь. Чё ты? Я думал, ты 10 вытянул. Валерий Еланский, номер 1. Так, следующий участник идет сюда. Так-так-так. А, вот, из второй десятки, да. Дина Бурачевская! Номер 8. Да, мне на стол номерки, пожалуйста, ребят, кладите, потому что у нас сегодня еще третья десятка будет. Очень много народу. Мы все успеем. Так, номер 8. Следующий участник под ваш аплодисмент идет сюда. Авраам Линкольн! Номер 3. Клади его на стол, на мой. Так, номер 3. Следующий участник идет сюда под ваши аплодисменты. Ринат Миргаза! Номер 7. На стол. Номер 7 мне положи. Положи. Так, еще один участник идет сюда. Настя Лютая! Ага, у нас есть Кирилл Лютый, теперь еще есть и Настя Лютая. Сколько у нас Лютый? Номер 5. Ты еще и отличница. Ну, клади на стол тогда его. Так. Номер 5. Следующий участник идет сюда. Наш постоянный уже участник Галина Царикова! Номер, что там? Точка где? 9. Точка, где точка, там и номер. Номер 9. Так, на стол. Так, так, так. Следующий участник идет сюда под ваши аплодисменты. Ирина Прекрасная! Номер? 10! 10? Клади мне его на стол тогда. Так, Ирина. Так и запишем. Еще один участник с поэтическим номером, который будет выступать, идет сюда. Яся! Кричайте! Что там тебе осталось? 6. Клади мне его на стол. Мне на стол. Вот он такой в серединочке. Самый первый. Спасибо. Так, Яся номер 6. Так, 2 музыканта. Я вам оставил тут 2 номера козырных, потому что вас 2. Остальными будем музыкантами вкраплять вторую часть второй десятки. И под ваши аплодисменты идет сюда. Татьяна Пилимонова! С Татьяной Пилимоновой мы тоже были чисто знакомиться на кабачке Лиги Кузьма. Сегодня Татьяна гость свободного микрофона марафона. Номер 2. Вот мне его на стол. Вот средний стол, средний самый первый. Да-да-да, отлично. Номер 2. Татьяна Пилимонова. И... еще один участник, да, еще один участник, кстати, с которым мы тоже познакомились на кабачке Эли Бестужева. И он здесь сейчас выступает, под ваши аплодисменты идет сюда. Алексей Никульников! Номер 4. Клади мне вот сюда на центральный стол. Так, ну вот.
Номер 4. Так и запишем. Много гостей сегодня у нас было в первой десятке, во второй чуть-чуть поменьше. Приезжих, я имею в виду, гостей.